Так, ребята, очередной бой в BFC. Теперь мы открыли легчайший вес для того, чтобы людям было поинтереснее. Людям не особо нравилось играть в среднем весе, если честно. Это была большая проблема, и поэтому мы поменяли вес на легчайший. Легчайший более крутой. Здесь больше звезд, конечно же. Еп, не получилось. Так. Хорош. Так, хорошо. Я знаю, я выиграю пока бой. Так, поехали сюда. Есть. Хорошо. Попробуем немножко здесь позабивать, да? Не получилось. Хорошо. Нормально. Пока под контролем, как бы, у нас все эти движухи. Отлично. Нормально, пока работаем, блять. Брал я немножко грэплинг свой. Но здесь раунд вообще в одну калитку, то есть мы забираем. То есть нормально, пока работаем, пока неплохо работаем, и это мне нравится. Нужно больше, видимо, борьбы с Ваисофом, чтобы у него не получалась вот эта херня, что там, да, натыкал немножечко ударов и потом сделал бэкфист, да, то есть это тема. Эта тема может прокатить у него. Поэтому мы, естественно, будем больше заниматься саморазвитием. Так, встаем, потому что опасно. Здесь опасно, может прижать. Оно нам не надо, по сути, да? Хорошо. Вот, прекрасно. Не, брат. Ой, вот это просрал, базара ноль. Вот здесь просрал.
Угу. Ой-ой-ой. Получилось у него, да. Нет. Хорошо. Ну, нормально, в принципе, пойдет пока. Так, хорошо. Угу. Так, посмотрим, что у нас по статистике. То есть первый раунд в одну калитку мы забрали, второй раунд непонятно. Ну, скорее всего, из-за контроля за ним, типа. Но прям, чтоб там какой-то доминации там тоже не было. То есть третий раунд нам нужно забирать по-любому. То есть накидать чуть побольше ударов и забирать этот раунд. Поехали. Борьбы не боимся вообще. То есть мы понимаем, что опасно только удушение сзади. Хорошо, все, наш, наш. Не дал. Блин, больно. Нет. Да как так? Есть, 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 есть. Это то, что мне нужно сейчас. То, что мне нужно сейчас. Здесь мы должны дорабатывать уже четко. Четко дорабатываем уже. То есть набиваем больше ударов, типа, за этот раунд. И... Ой, блин, не получилось. Ну ладно. Сейчас что-то должно быть. О, молодец. Хорошо. Это промах, брат. О, блин, не получилось, бля, ничего себе. Блин, не достал, представляете? Хорошо, еще один тейкдаун. Хорошо, здесь накидываем, типа, по максимуму.
Отлично, отлично. Но это наш бой по-любому, потому что мы прям расковыряли его очень жестко. Ну, бой сложный был, будем честен, ну, буду честен, бой очень сложный. Но это моя победа, 100%. То есть главное не бояться борьбы с Боисовым. То есть большинство людей очень сильно боятся борьбы, потому что он очень хорошо душит сзади. И это очевидно, ну, жестко, жестко. Но, тем не менее, круто, круто, все равно подрались круто. Он хорош в партере, всегда есть опасность, типа, с Боисовым всегда есть опасность. То есть первый раунд за нами, второй раунд непонятно за кем, третий раунд за нами по-любому. А, ну да, я все три раунда забрал, офигеть. То есть, ну, прям приятно. Все, давайте, ребят, пока первый бой и уже удача в BFC. Это ли не счастье?